И всем привет, дорогие друзья, с вами Колян Тепловозыч и Алкаш Марихуанович. Ладно, шутка, это просто Виталик, практически главный человек, который со мной еще снимает вместе. И, в общем-то, мы собрались здесь в первую очередь для того, чтобы поздравить канал и нас, и вас. В общем, поздравить всех с днем рождения канала, нашему каналу. Один год уже. Уже. Ну и... Что? Да не-не-не, ничего. Бери свою дерьмовую машину, не мешай мне записывать. Да как? Блин, выйди из машины и встань просто красиво. Да, и в общем, сегодня у нас вот такой вот праздничный день. Господи, что я делаю? Да, во. Да, в общем, сегодня у нас практически праздник, и за этот год, ну, я не могу сказать, что я добился прямо такого вот реального успеха, но, в принципе, нельзя сказать, что дела идут неудачно, в принципе, достаточно все хорошо и удачно у нас идет, и будет продолжаться. В общем, еще раз всех поздравляем, и спасибо огромное вам, дорогие подписчики, за поддержку, спасибо, что вы с нами. Ну и, собственно, сейчас небольшой прогноз, что вас ждет в следующем году жизни нашего канала. Какую-то фигню я сказал, ну ладно, неважно. В общем-то, продолжится, во-первых, проект по Майнкрафту. Более того, будет еще по Майнкрафту второй проект. В одном это будет сетевушка, а в другом выживание. Что касается сетевушки, там уже на несколько видео вперед снято, я просто не успел это смонтировать. Такая же ситуация с видео по Spin Tires, плейлист «Отпуск в Ежово», это третий сезон уже. Тоже уже снят, там очень много серий готово, просто я еще их не смонтировал и не выложил. Что касается новых тем, также, возможно, будут новые видео по игре Scrap Mechanic. После Нового года, скорее всего, будут видео по GTA 5. Очень давно я хотел вообще в него поиграть и, соответственно, поснимать. Но там были кое-какие проблемосы, поэтому... Короче говоря, что-то пошло не так. Также скоро вас ожидает... Это немножечко печальная новость. Вас ожидает закрытие сезона по Евротрак Симулятору. Но не... Виталик, не расстраивайся, будет второй сезон и даже третий сезон. Бери свой Еро. Так. Бери Еро от камеры. Да, и в общем, будут новые сезоны по трак-симулятору. Также практически сразу после сегодняшнего дня, то есть дня рождения канала, стартует новый сезон по прохождению обзоров маршрутов в Trains-симуляторе. И стартует этот сезон с моего собственного маршрута. Вот, даже с нескольких маршрутов, потому что я там уже... несколько штук сделал, то есть все это скоро будет на канале. Также по возможности будут чаще выходить рандомы по Гаррис Моду, по GTA San Andreas, красавчик, музычка тут, кстати. Партуков руби, брат. Да что ты делаешь? Дискотека закончилась. Вруби, ну блин, ну так красиво. Вот так, запуск, камера. А, плевать. Короче, сейчас просто я выйду в более спокойное место. Чудес, я даже отсюда музыка играет у меня. Да, в общем, будет большое, ну, достаточно большое количество новых игр. Вот. И также будут продолжаться старые. Кроме того, скоро будут опубликованы некоторые мои дополнения. Маршруты для Трейнза, которые я буду снимать, вполне возможно, что будут опубликованы. Также пишите комментарии, если вы хотели бы увидеть мои коллекции аддонов, потому что у меня своя коллекция для Гаррис Мода на 200 аддонов. Только учитесь, что если у вас слабый компьютер, то он взорвется, как компьютер моего брата. Да, собственно, мой брат именно поэтому не с нами, потому что у него сейчас просто нет компьютера.
Вот, он установил мои 200 аддонов. Также будут еще есть несколько коллекций по другим играм, короче, неважно. В общем, в следующем году вас ждет практически в два раза больше видео. Ну а пока просто поздравляем вас, Виталик, поздравь. Вот, я уже раскладываю бухло. Да, в общем, сейчас будем отмечать. Ну а что касается программы канала, то сейчас, после этого видео, в 13.30 по московскому времени, сегодня 27 августа 2016 года, вас ждут следующие видео. 13.30 выйдет выпуск лучших моментов по Евротрак-симулятору в первом сезоне с 1 по 20 серию. 15.00 вас ожидает новый рандом по Гаррис моду. На самом деле мы его сняли немножечко до дня рождения канала, но вот раз уж так долго я его не выкладывал, то как раз совместим его с этим событием. А в 18.00, друзья, мы с Виталиком будем вести прямой эфир по тому же Евротрак симулятору. Закусочка. Во время прямого эфира к поездке могут присоединиться все, кто хочет, потому что в начале прямого эфира я, как бы, скорее всего, скажу, по какому маршруту мы поедем, если буду сам его знать. И любой желающий может к нам подъехать в наш город и вместе с нами прокатиться. Если хотите, как бы, ради бога, мы будем рады. Общаться будем по голосовому чату, если вот кто-то будет с нами ехать. То есть по скайпу, ребят, звонить не надо. Мы будем общаться голосовым чатом. Вот. Кто с нами поедет, да. Также, возможно, в прямом эфире будет уже присутствовать мой брат. Но это уже как повезет. Вот. Прямой эфир будет, ну, часа на 2-3. И все это в честь праздника. Еще раз, ребят, спасибо вам огромное за поддержку. За то, что вы со мной уже целый год. Спасибо огромное. Виталик, ты куда ушел? Да я тут этот алкаш Марихуановича встретил. Брат своего. Самого себя, что ли? Да, ладно, иди сюда, это самое. Давай сейчас просто напоследок вдвоем с Саней попрощаемся. Чё, все тут боулинг есть? А ты не знал? Нет. Ты сними мою этот, ремени, ски вот эту вот фигню. Коль. Ладно, встань перед камерой. Вот эту фигню сними, вот эту фигню. Перед камерой встань, я уже снял. Да. Ну и в общем, на этом заканчивается наш такой новостной выпуск с немножко с поздравлениями. Далее вас ожидает подборка лучших кадров из Евротрак симулятора, рандом по Гаррис моду и прямой эфир по тому же Евротрак симулятору. А новостной выпуск подошел к концу. И всем еще раз спасибо за то, что вы с нами. Всем до встречи. Да, также хочется сказать, что совсем скоро будет открыта официальная группа ВКонтакте моего канала. Она будет открыта сразу же, как только канал наберет 100 подписчиков. Спасибо за внимание.